Всем привет! Сегодня я решил выехать на вот такой вот прудик. Сегодня здесь мы попробуем половить карася, карпа, ну и другую мирную рыбу, которая в этом пруду есть. Ну а я начинаю раскладываться. Ух ты ж, блядь, ты что? Что, ебанулся, блядь? Такой у меня портфель. Здесь у меня стульчик лежит. Стульчик. Потом, что у меня здесь еще? Черви вот у меня. Черви здесь лежат. Ведерко для рыбы. В принципе, здесь вот коробочка лежит, здесь поплавки, бутылки, вода, водички, вода. Здесь я вот здесь вот у меня лежит руколовка. Там сидит мужчина, ловит рыбу тоже. Может, потом подъеду, если он не уедет, я подъеду, к нему спрошу, понимал он что-то или нет. Также взял с собой вот удочку здесь. Удочку, спиннинг взял. Поставим пружины. Карася, убийца карася. Кто знает, напишите в комментариях для пружины убийцы карася, какую прикормку лучше сделать. Пиши в комментарии свой вариант. Ну а я разлаживаюсь пока что. Разложу удочку. Это вы все увидите дальше. Рыболовку мы снимем пока. Велосипед у меня, правда, старенький. Ему, наверное, больше, этому велосипеду больше, чем мне лет. Взял я удочку поплавковую. Она у меня на дальний заброс с катушечкой. Называется она АМБ-3000. Ну все практически. Сейчас идем вон туда. Специально положу, чтобы не запутались. Вот такие пружины. Три пружины. Здесь грузик на 8 грамм, по-моему. Что-то ничего сегодня на удочке не берет. Идем проверять рыболовку, которую мы ставили. Прошло где-то около полтора часа. Прошло. Раки у нас примерно здесь. Вот мы ходим. Ходили мы здесь вот по берегу. Вот так вот, если идти. И вот так вот. Раков мы ловили даже руками. Помню. С братом. Бидон мы с собой брали. И полный бидон. Налавливали раков. Нет. Раки здесь сидят в норах. Ну, одевали перчатки или голыми руками. Доставали рака из норы. Погодка у нас где-то плюс 25-28 градусов, наверное. Так, пришли мы к нашей раколовке. И сейчас ее достанем. Опа, посмотрим, что там, раков никаких нету. Опа. По-моему, мне кажется, нету. Нету здесь никаких раков, по-моему. Но мы ее сейчас поставим, не знаю, насколько там. Где-то еще поставим разочек. Сейчас закину. Включусь.
снова установил раколовку. Уже второй раз устанавливаю. Ну что, сейчас еще подождем. Собрал я тут удочки, поплавочную, спиннинг. Ведерко, не знаю, под раков нам пригодится, если раков, конечно, поймаем. Здесь тоже собрал все червей, коробку с блеснами. Блесна, конечно, здесь ни к чему, но хотел половить на спиннинг. Хотел половить где-то здесь, там, на спиннинг хотел покидать, но времени мало, дела. Может, в следующий раз как-то сниму ролик, как я буду ловить на спиннинг. В принципе, вот так. Может, раков поймаем, а может и нет, не знаю. Так что смотри мой ролик до конца. Поставь лайк по-братски.